даследаваць прыроду, захоўваць знікаючыя віды раслін і абменьвацца вопытам. У мінскім батанічным садзе праходзіць міжнародны семінар. У сталіцу прыехалі амаль 100 навукоўцаў з Расіі, Польшчы, ЗША і розных раёнаў Беларусі. Вучоныя абмяркуюць сумесныя праекты, а пасля наведаюць запаведнікі Мінскай і Віцебскай абласцей. Центральный ботанический сад является крупнейшим в стране научным центром по интродукции и акклиматизации растений мировой флоры. И по своей площади 100 гектар и количеству количеству таксонов растений он занимает одно из ведущих мест в Европе. Следующий проект это будут редкие и эндемичные виды и их сохранение в биотехнологических коллекциях. Большинство редких эндемичных видов являются лекарственными, поэтому очень важно, чтобы они остались на нашей земле и чтобы мы их могли практически использовать. За 3 гады супрацоўніцтва уже створены некалькі проектов. Зараз вучоныя з розных краін плануюць сустракаться частей.